пожалуйста. Добрый день. Добрый день, уважаемые друзья. Я с преподавателями школ встречаюсь более или менее регулярно. Не так часто, конечно, как хотелось бы, но регулярно с победителями различных конкурсов, просто по каким-то торжественным поводам, либо по результатам работы учеников. А вот с воспитателями, с классными руководителями, да еще в преддверии выпускного вечера, пожалуй, мы не встречались еще. И поэтому я хочу в начале нашей беседы поздравить вас, ваших воспитанников с этим праздником, ну и не только воспитанников, но и всех близких ваших воспитанников с этим праздником. Праздник действительно уникальный. Каждый человек, ну, почти что каждый, если не каждый, запоминает это событие. Оно и остается таким хорошим, ярким следом в нашей жизни, в наших судьбах. За этим, конечно, большой труд и их самих, и ваш большой труд. Сегодня много появляется новых методик, интересных, эффективных, новых способов обучения, технологии внедряются новые, все соответствует требованиям сегодняшнего дня, но во всяком случае мы к этому стремимся. Это накладывает и отпечаток на вашу работу текущую и на результаты. Я знаю, что вы все из таких успешных школ, и преподаватели вы все состоявшиеся успешные. У вас есть и медалисты, есть и победители различных олимпиад. Но, разумеется, кроме вот этого чисто профессионального успеха и вашего, и ваших учеников, ваших воспитанников, есть и другая составляющая вашей работы, именно воспитательная. Вот я предлагаю поговорить по всем составляющим, по тому, как вы чувствуете, как год прошел, какие есть, может быть, у вас там соображения, что нужно было бы сделать дополнительно профильному министерству, вообще как настроить дополнительно, подстроить систему всю образовательную, школьную, для того, чтобы она работала еще более эффективно, чем сегодня. Ну и, конечно, очень рассчитываю, и все мы надеемся на то, что воспитанники ваши, вступая в новую для себя взрослую жизнь, приобретая новые качества, используют по максимуму все знания, навыки, которые были получены в школе, но не просто знания, но, что не менее важно, используют и те фундаментальные принципы отношения к жизни, которые вы наверняка старались им донести, потому что получить знания – это не просто современные, особенно широкие знания, не просто, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе, к самому, к своим друзьям, к семье, к родине. Это вот абсолютно фундаментальные вещи. И только на этой базе можно рассчитывать на то, что человек будет полноценным и сам получит удовлетворение от жизни, и окружающие его люди будут получать удовольствие от общения с ним. Вы именно этим и занимались, не только как профильные специалисты по отдельным дисциплинам, но и как воспитатели, как руководители классные. Вот. У нас нет строго обозначенных тем. Я, Андрей Александрович Фурсенко и Ольга Юрьевна, мы все в вашем распоряжении. Добрый день, добрый вечер, точнее.